За прошедшую неделю на территории Калининградской области произошло 30 пожаров. К сожалению, один из них унес человеческую жизнь. Смертельную тишину мог прервать пожарный извещатель, но устройства в доме не было. В результате погиб человек. В поселке Железнодорожный в жилом доме загорелось кресло и часть шкафа, стоящие рядом с растопленной печью. Произошло самозатухание до прибытия огнеборцев МЧС России. Предварительная причина пожара – загорание горючих материалов от нагретой поверхности печи. МЧС России напоминает, достаточно 5 вдохов угарного газа, чтобы больше не проснуться. Установите пожарный извещатель. Устройство оповестит о задымлении. Обследуйте печь на предмет неисправностей. Отодвиньте мебель подальше от печи. Вовремя убирайте золу и очищайте дымоход от сажи не реже 1 раза в 3 месяца. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Установите предтопочный лист размером 50 на 70 сантиметров. На улице сержанта Колоскова огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в кафе. Заведение общепита, пламя охватило 10 квадратных метров крыши. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара послужило загорание горючих материалов от сильно нагретой поверхности трубы дымохода. Главное управление МЧС России по Калининградской области напоминает: регулярно очищайте вытяжные системы на кухне от жира и масел. Точки общепита должны быть оборудованы первичными средствами и системами пожаротушения. Не обошлось на минувшей неделе без поисков потерявшихся в лесу. Только с начала текущего месяца в лесных массивах региона потерялись 11 человек. Все заблудившиеся найдены и живы. 1 октября в лесном массиве Гвардейского района возле поселка Солдатово заблудился мужчина. А 3 октября в лесу возле поселка Грибки потерялись 3 человека, один из которых ребенок. К счастью, любителям тихой охоты в обоих случаях хватило заряда телефона, чтобы позвонить спасателям МЧС России, которые вывели грибников из чащи. Главное управление МЧС России по Калининградской области напоминает: перед походом в лес сообщите близким о маршруте и времени возвращения. Не посещайте незнакомые места. Перед выходом зарядите аккумулятор мобильного телефона. Реально оцените свое состояние здоровья и не ходите в одиночку. Такой была рабочая неделя в жизни чрезвычайного ведомства. Берегите себя и своих близких.